Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня мы продолжаем играть Angry Birds Epic, и у нас вышло обновление, и добавили новые пещеры, и, конечно же, мы их будем проходить вместе с вами, и чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, и, конечно же, сразу же можете поставить лайк. Давайте почитаем про обновление. Так, улучшенные летописные пещеры. Не знаешь, готовы ли твои птицы спуститься в пещеру? Так, да, взгляни на новый индикатор уровня. Посмотрим на этот индикатор, я еще не видел. А еще теперь на каждом уровне тебя ждет не более 5 волн. Вот, ребята, если вы помните, были уровни до 10 этапов. Вот, и... или волн, вот, я это называю этапами, вы можете называть волнами. То есть до 10 волн это занимало полчаса, один уровень, это было жесть, вот. Идем дальше, так, ура, две новых пещеры. Подними уровень птиц до 60 или выше и попробуй свои силы в двух новых летописных пещерах. Ну, это круто, ребята. Наконец-то будут мощные бои. Новый максимальный уровень. Теперь птицы и твое мастерство можно повысить до 70 уровня. Так, я только-только почти что поднял до 60, а уже теперь 70. Да, за вами не угнаться. А в котле что-то есть. Мы добавили рецепты зелий высокого уровня. А вот это я что-то не нашел. Я заходил в этот котел, и что-то высокий уровень я не увидел, там ничего такого. Вот, и напишите, ребята, что за зелье, что за повышенный уровень, потому что что-то я не увидел. Если вы знаете, то пишите в комментариях. Ну что ж, давайте начнем проходить. 18-я пещера, так, укрепленный. Укрепленный — это все свиньи получают на 90% урона. Охренеть, меньше, срабатывает после каждых 3 ходов. Да, пещера у нас 18. Так, уровень 61-64. Ну что же, давайте начнем. Наконец-то, вот он, сколько мы это ждали. И, блин, нам срочно нужно, ребята, добавить наших друзей. И как же это сделать? Наверное, в следующей серии я эту проблему решу, потому что у меня нету подключения к Фейсбуку. Сейчас попробую. И, ребята, переключаемся мы с вами на айфончика. И тут у нас все работает. Окей, давайте возьмем. Сейчас выберем хорошую птичку. Мы, наверное, возьмем с вами. Нам нужна Матильда. Давайте возьмем. Найдем Матильду и возьмем. Так, не то. Вот. Матильда Данила Якунина. Давайте возьмем. Сколько там жизни? Жизни нет. Слабенько. Давайте возвращаемся на первую страницу. И возьмем, наверное, у лучше всего, так, блин, бомба я бы взял бы, нету, ребята, подходящих птичек, к сожалению, и даже не знаю, может быть, взять синюю троицу, как вы думаете, 3700, ну, давайте, окей, возьмем синюю троицу, окей, и продолжим, синяя троица, Матильда и Ред, и давайте так, пещера 18, беконная бухта, первый уровень, 3 этапа у нас, и получаем мы сами ленточный флаг, давайте начнем. Итак, ребята, начинаем мы с вами наш бой. Давайте посмотрим на наших свиней. Большой пират. Идем дальше. Это у нас бывалый пират. Следующий у нас приятель. Окей, давайте синие троицы почитаем. Так, элитные жулики. Наносит 761 единицу урона в течение 3 ходов. Цель также получает 2283 единицы урона за ход. Так, заставляет всех врагов атаковать выбранную птицу, получает назад 100% от нанесенного урона. Действует в течение 3 ходов. И так, яйцо с сюрпризом. Это у нас перчик ярости. Наносит 5000 единиц урона одной свинье, оглушает на 1 ход и снимает с нее все полезные эффекты. Окей, давайте начнем мы с вами с большого пирата. И большой пират у нас пассивно дает иммунитет к негативным эффектам. Ага, понятно. Давайте взорвем. Не взорвем, а вот так вот. 7000 нанесем урона большому пирату. И давай. Блин, они же все у нас с полезными негативными эффектами. Так, пассивно дает иммунитет к негативным эффектам. Ага. У нас, то есть, синяя троица и Матильда с негативным эффектом. И... блин.
Они не работают, вот что я вам хочу сказать. Так, бонусная атака. Где атака? Не было атаки. Окей, продолжаем. Иммунитет опять. Вау, ребята, вы видели, нет? Охренеть. Зарядка в течение 3... Вот это да, ребята. Вот это был удар. Да, сейчас, ребята, мы с вами повторим. Битва проиграна. Косись и получи утешительный приз. Давно, ребята, такого не было, да? Давно такого не было. Нас просто расхерачили в хламину. Ну ладно, сейчас мы постараемся все это дело исправить. И будем поосторожнее подходить к нашему бою. И давайте возьмем мы с вами опять-таки... Блин, надо постоянно защиту теперь ставить. Взял бы я, конечно, бомба своего, но мне нужна моя Матильда. И вот эта Матильда, она слишком слабая. Поэтому давайте выберем мы с вами опять-таки... так, наносит урон по цели, уменьшается на 35. Но это... Это, ребята, только одну птичку он защищает, и это плохо. Поэтому давайте возьмем мы с вами также жуликов. Наверное, возьмем вот этих, и думаю, будет все хорошо. Давайте. Блин, ну, самый лучший вариант, конечно, был первый, но мы его уже использовали. Давайте возьмем этих же жуликов и будем дальше, ребята, защищаться. Да, хорошенько нас, ребята, потрепали, ё-моё. Ох уж эти рекламы. Давайте, еще одна попыточка у нас есть. И в первую очередь... Так... как же нам быть? Ну ладно, давайте начнем вот с этого пирата. Тоже иммунитет. А у этого мелкого тоже... У всех, короче, ребята, иммунитет. Давайте. И... Бом! 7300. Отлично. И продолжаем. Так, зарядка. Начинается у нас зарядка в течение 3 ходов. И наносит 2000... Ребята, вы видели? Нет? Да, 2400, жулики, что-то вы слабоватые. Давайте, пора уже начинать исцеляться. И продолжаем атаковать. Давайте. Иммунитет. Блин, это же вообще жесть, ребята. Это вообще жесть. Офигеть. Так, нам нужно исцелиться срочно. Срочно исцеляемся, срочно мы с вами ставим защиту на жуликов. И давайте пока что вот этого мелкого будем атаковать. И... Бам! Вот так вот, половины жизни у нас уже нету, ребята. Да, это жестко, жестко. Будем стараться. Блин, я думаю... Черт побери, вот это, конечно, мочилово. Нас просто отхерачили, ребята, вы это понимаете? Нам нужно поставить опять защиту. А, кстати, давайте зайдем мы с вами. Блин, и тут у нас ничего нету, оказывается. Давайте посмотрим рекламу, может быть, бесплатный кубок с соком? Нет. Давайте атаковать. Так, на тебе иммунитет, да. Жестко, ребята. Опять зарядка в течение 3 ходов. Что это у нас? Опять сейчас будет супер удар, да, я так понимаю, 2600. А, давайте исцеляться. Модель, давай. Вот так вот. Фух. А, давайте броню поставим. По ходу дела бой у нас будет очень-очень долгий. Офигеть, ребята, офигеть. И Матильда у нас ушла, и... Ух. Так, это жесть, это какой-то жесть, ребята. Что нам делать? Нам нужна очень-очень большая защита. Теперь все понятно. Нас просто отхерачили. Да, сейчас, ребята, мозгую и вернусь. Итак, ребята, мы с вами продолжаем. Сейчас у нас очередная попыточка будет. Посмотрим, получится у нас или нет. Давайте выберем мы с вами Чака. И поменял я у Матильды класс. Теперь элитный бард. Вот. Теперь, надеюсь, у нас будет атака чуть получше. Давайте продолжим. Надеюсь, у нас теперь-то уже получится. А вот этого я уже давно ждал. Да, ребята, вот этого я уже давно ждал, и наконец-то мы можем тут сразиться на равных. Вот, начнем мы с вами, давайте, в первую очередь, конечно же, Матильдой.
Вот так вот. И так, потом... Не Матильда, Чаком. Потом Матильдочка у нас вход. И давай Ред. Ред, давай. Бумс, отличненько. И теперь опять начинается у нас зарядка. Зарядка начинается. Нужно быстренько замочить эту хрюшку, пока что нас не убили. Так, давай, Чак, иммунитет. Вот так вот. Надеюсь, ребята, мы его замочим. Опасно, очень-очень опасная хрюшка. Но, ребята, вы должны понимать, то, что это, ребята, всего лишь первый этап. Самый первый этап. И... Да йоу! Жесть! Так, ну-ка. Так, давайте исцеляться. Ну вот так вот, надеюсь, нас не порвут. Тихо! Вы, ребята, видели, что происходит? Это вообще какой-то кошмар. Да. Что делать? Ну, мне кажется, сейчас и Реду будет хана. Да. Да, ребята, это просто жестокий бой. Смотрите, апс и бом. Вы видите, что происходит? Это просто пипец. Это, ребята, это действительно интересно. Это будет круто. Вот, но, ребята, блин, ну, хорошо, давайте еще одна попытка, и потом уже я ухожу в глубокие мысли, как этих хрюшек победить. Так, заткнись уже, орешь. И, ребята, у нас третья попытка. Ну, у меня большого выбора пока что нету, вы сами видите. Я уже использовал, в принципе, мощных птичек, и было бы хорошо, если бы там была Матильда с друидом или бомб с пиратом вроде бы, да, где подогрев у нас идет. Но их, к сожалению, нету. Давайте сейчас мы с вами возьмем на синюю троицу с классом ловкачи. Попробуем с этими птичками. Может быть, у нас получится уже. Вот это, конечно, да. Жесткие бои. Но, ребята, мы этого долго ждали. Да что за фигня, блин? Каждый бой реклама идет, а? Совсем уже, ребята, охренели, да? Реклама на рекламе. Давайте. Так, будем радовать, я так думаю, да? Порадуем Реда. И будем наносить побольше удар. Бомс, 8400. И так, 2900. Идем дальше. Но, конечно, у них тоже атаки такие, прям мощные. Давайте посмотрим. 10 тысяч жизни. Охренеть, он наносит 3 раза по 654 единиц урона. Это дофига. Это просто дофигища. Вот так вот. Отличненько. Следующий ход, надеюсь, мы их уже замочим. Но главное-то мы сейчас этот этап пройдем. А следующий этап, что у нас будет происходить, вы представляете? Это просто... Так, отлично. Отлично. И давайте исцелим мы с вами Матильду. Но, блин, если сейчас атака Матильды будет, это хана будет. Только не Матильда, пожалуйста. Все, отлично. Так, давайте, знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Исцеляемся все. Вот так вот, отличненько. И давайте замочим пирата. Пират, брат пират, тебе хана. Вообще, 73 атаки мы нанесли, вы видели, да? Это просто... Блин, опять нашу Матильду мочит по полной программе. Продолжаем мы с вами мочить. О, 2100, это уже лучше. Давайте мы с вами защитим нашу Матильду. И так, отличненько, идем дальше. Дальше. Также мы с вами защищаем нашу Матильду. И продолжаем исцелять. У нас будет очень долгий бой. Мы будем очень долго играть, я так понимаю. Поэтому наберитесь терпения. Бои будут очень тяжелые и очень долгие. Так, защита. Вот так вот. По 213 у нас урона. Блин, а только не Матильду. Фух. Так, давайте также исцеляемся мы с вами. По-другому, ребята, это нереально. Нереально этих скотин замочить. Давайте. Также, конечно же, мы ставим защиту, но если мы с ловкачами будем атаковать, это мгновенно снимает с цели все полезные эффекты. Наносит
Так, я подумал, знаете, что сделать? А, хотя нет, давайте замочим мы с вами пирата все-таки. И... Так. Это у нас... Наносит... В течение двух ходов цель также получает заход. Так, ну давайте замочим пирата, потому что пират очень-очень большие уроны нам делает. Нам этого не нужно. Так, давайте мы с вами пока что... попробуем... Сколько у него жизни? 2300, а ловкачи у нас наносит 1400. Окей, давай-ка. Опс, отлично. И теперь сколько тут у нас? 2100. Нет, пока что мы его не будем мочить. Давайте защищаемся. Нам нужно, ребята... Нам нужно порадовать нашего Реда. Теперь нам нужно исцелиться. И теперь можно уже атаковать. Вот так вот. Теперь переходим на следующий, второй этап. И надеюсь, там мы сможем все-таки пройти. Так, кто у нас тут? Здесь у нас бывалый пират. Следующий, это у нас Кок. Потом, это тот же самый приятель. И... Так, корабельный призрак. Корабель наносит 1000 единиц урона с шансом 55% оглушить цель на один ход. Охренеть! 1000 урона, ребята, вы понимаете, что это такое? С кого мы начнем? Мы, я думаю, начнем с вами с пирата, который наносит дохренищ урона. А Кок у нас что делает? Зарядка в течение двух ходов наносит 7600. Блин, они все мощные, ребята, это просто кошмар. Окей. Окей. И нам обязательно, ребята, нужна защита. Вы же согласны? Кто согласен, поставьте лайки. Охренеть. Так. Да, это жестокий, жесточайший бой, ребята. Так. Обязательно нам нужна защита, конечно же. Продолжаем мы мочить пирата. 160. Охренеть, даже не стоит атаковать. Давайте лучше исцеляться. И давайте продолжим. 300. Офигеть. Сейчас, по ходу дела, сейчас мы... Утю-тю. Опс. 900. Офигеть, ребята. Офигеть. Я думаю, лучше всего, конечно же, нам исцелиться. Потому что, если одна птичка нас покинет, то все, это конец. Это, ребята, будет конец. Поэтому будем защищаться, будем исцеляться. Идем дальше. Так, друида мы не можем выбрать, потому что все полезные эффекты, ребята, у нас снимаются. А друид у нас большой урон наносит с помощью негативных эффектов. Давайте уберем, наконец-то, мы нашего пирата. И, конечно же, поставим защиту сразу же. Так, защита стоит, окей. Можем идти дальше. Давайте... Конечно же, мы с вами еще раз исцеляемся. Еще раз мы с вами ставим защиту. И давайте продолжим мочить вот этого мелкого. 142. Ну, хотя бы сняли негативный эффект или какой-нибудь там... Да, негативный эффект пускай будет. Так. Продолжаем мы с вами исцеляться. Так, минус 1400. Давайте защиту. И думаю, давайте замочим все-таки эту хрюшку вот так вот, окей. Следующий ход мы сами перчик используем на Матильде. Уф, уклонился. Давайте исцеляемся. Отлично, мы теперь снова сильные. Так, мочим Кока. Защита синей троицы. Да, ребята, жесть, ребята. Но мы, я думаю, все-таки пройдем этот уровень. И сколько времени я уже потратил? Я же говорил то, что на эти уровни мы тратили по полчаса времени. Это был какой-то кошмар просто. Так, давайте продолжаем. 250, блин, надо было все-таки исцелиться, наверное, лучше всего. Ставим защиту. Так, исцеляет корабельный. Это кто у нас? Это у нас корабельный призрак, окей. Давай, синий троица, 1400, 2500 и защита. Нельзя ими рисковать, поэтому мы всегда
ставим защиту. 1000 урона, это уже очень большой минус. Так, минус 1400, и защиту ставим на синюю троицу. Корабельный у нас призрак исцеляется, но у него и так много жизни. Давайте сейчас мы с вами атакуем сначала. 142, и исцеляемся. Вот так вот, и ставим, конечно же, защиту. Да, ребята, да, терпение, будем потихонечку достигать нашей цели. Синяя наша троица, потом Матильдочка и защита. Защита нам очень нужна. Окей. Все хорошо. Давайте еще разочек. Так, 1400, рассеяно. И так, Матильда. Давай атакуй. И ставим, конечно же, защиту. Так, 1300. Давайте продолжим. Мы с вами... Так, сколько у него там жизни? 2600, окей. Давайте исцеляемся, бесполезно его пока что атаковать, потому что у него 90% брони. Поэтому мы с вами не будем атаковать. Так, продолжаем. Так, на тебе. Отлично. И я не буду его бить, сейчас вы поймете почему. В следующем ходе, ребята, мы с вами будем радовать нашего Реда с помощью синей троицы. Вот. И перейдем на следующий, последний этап. Надеюсь, у нас там все получится. Давайте еще дополнительно мы с вами исцеляемся. И идем в следующий этап. Отлично. Ху-ху-ху. У нас уже что-то, ребята, получается, да. Итак... Начинается, да, вот это, конечно, жесть. Жулик наносит два раза по 238. У нас также есть кок. И это у нас пират. Пират два раза по 654. Так, эти у нас мелкие. Может быть, с мелких начнем? Или все-таки кока замочить? Давайте, ладно, окей, начнем мы с вами с кока. Вот, и продолжим. Посмотрим, что будем делать дальше. Иммунитет. Это плохо. И нам нужна защита. Конечно же, всегда-всегда нам нужна защита. Давайте, начинайте мочить моих птичек. Так. Хорошо. Отличненько. Пока держимся, ребята. Пока, ребята, держимся. Атакуем. И так, защиту ставим на синюю троицу. Продолжаем мы с вами. 162, 135. Зарядочка. Надеюсь, кок у нас... Блин, сейчас будет броня. Я так понимаю, да? Давайте попробуем. Атакуем. Опс. Блин. Но, ребята, мы не можем рисковать, поэтому мы исцеляемся. Вот так вот, и ставим с вами защиту. Мы не можем с вами рисковать. Конечно же, можно было бы атаковать кока и замочить его. Но другие другие хрюшки бы нас замочили бы, да. Поэтому мы с вами осторожненько идем к своей цели. Теперь у нас броня, да. Давайте исцеляемся, конечно же. И ставим защиту на Матильде. 162, и следующая зарядка. Ну, я думаю, сейчас-то уж мы с вами кока замочим, надеюсь. Так, давай. Бамс, блин, а. Но мы сейчас все равно... Давайте посмотрим рекламу, окей. Итак, посмотрели мы с вами рекламу и получили мы с вами... Это у нас, так, кому дать? Давайте, наверное, ловкачам все-таки дадим. Да, вот так вот. И давайте мы с вами на... Так, сколько у нас жизни? 2100, давайте исцеляемся. Вот так вот, и ставим защиту. Нельзя, ребята, рисковать, поэтому защищаемся. 135, 162, и давай только не мочи. Фух, выжили. Тихо. Все, окей.
Так. Коку убираем. Давай, персик, заряжайся. Блин, а нам знаете, что придется сделать, ребята? Нам придется кого-нибудь замочить. Отлично. И вот так вот. Надеюсь. Ох. Только не убейте, только не убивайте. Так. Так, все, окей. Все хорошо. Так, ставим защиту на Реда. И давайте уберем одну хрюшку. Тебя, конечно же. Блин, у нас защита опять 90%. Да, ребята, мы уже с вами играем достаточно времени и все еще проходим только один уровень. Да. Давайте исцеляем мы с вами. Исцеляем все еще. Атакуем хрюшку и ставим, конечно же, защиту на синюю троицу. Идем дальше. 135, 392, 119. Вот вы, блин, даете. Мочите, конечно, жестко. Так, опять защита. Нам нужна срочно ярость. Ярость. Перчик нам нужен. Окей, живем, живем пока, ребята. Так, давайте-ка сделаем вот так вот. Хопс. Потом сделаем мы с вами вот так вот. Есть. И исцеляемся. Отлично. Давайте, мочите, продолжайте нас мочить. Но мы выдержим, ребята. У нас все получится, я надеюсь. Итак, давайте еще одну атаку. Потом давайте вот так вот. Вот так вот, отличненько. И так, ты мелкий. Давайте исцеляемся. Атакуем. Критический урон. И еще один удар. Так, кого? Ты чё? Он что-то там ржет и ржет, но не атакует. Ну ладно. 142. Давайте поставим защиту. И ты будешь атаковать, нет? Он что, такой бесполезный весь? Так, глупо смеется, никакого эффекта. Да, ну, глупый свин. Опс. Еще раз. И все, наконец-то, ребята, у нас все получилось. Прошли мы с вами. Так, новый уровень, не понял. Мы так много с вами звездочек получили, получается. Отличненько. Ну, ребята, вы сами видели. Действительно, сложные уровни. Получаем мы с вами ленточный флаг, который нам нафиг не нужен, конечно же. И вот такие вот у нас, ребята, бои. Вот, жесть просто, просто жесть. Новый уровень 58, плюс 3 золотых пятачка. Здоровье и атака всех птиц увеличены. Хорошо. И, ребята, блин. Это просто круто. Мне вообще просто это прет. Пещера 18. Мы с вами прошли 8. Так, так. Это какой уровень у нас? Беконная бухта. Офигеть просто. Один уровень. Но зато интересно. Вот. И будем дальше проходить. А на сегодня все, ребята. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие крутые бои. Вот. Будем этих хрюшек просто мочить по полной программе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь в Инстаграм. Ставьте лайки, жмите сердечки. Делайте репостики, комментируйте видео. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк, всем пока.